Каждый день в рамках Amore Festa на центральном пляже Анапы проходит йога с вином. Это направление было создано в Америке, а анапские тренеры придумали множество своих изюминок. В йоге с вином есть несколько новых асан, например, поза с бокалом вина на голове. Во время занятия участники также дегустируют благородный напиток, вкус которого изменяется на протяжении всей тренировки. Это море наслаждений. Мы привыкли, что спорт для достижений, а йога с вином для удовольствия. В основном, конечно, это классическая хатха-йога с бокалом в руке, что увеличивает концентрацию в какой-то степени, потому что нужно его держать, не проронить, не пролить вино, которое находится в бокале.